1 триллион рублей в год. Именно столько, по мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, сэкономит государство на повышении пенсионного возраста с 2024 года. Однако в Минфине называют менее оптимистичные цифры. По их подсчетам, экономия составит от 620 миллиардов до 1 с небольшим триллионов за 3 года. То есть в год примерно от 200 до 400 миллиардов рублей. В среднем это 300 миллиардов. Расходы бюджета в этом году больше 15 триллионов рублей. То есть повышение пенсионного возраста сэкономит всего 2%. Однако многие эксперты ссылаются на то, что подсчитать экономию средств в результате реформы нереально. В один год на пенсию выйдет на 1 миллион человек меньше, а в другой – больше.